В Фейсбуке увидел приглашение на программу «Лунное сияние». Проводит ее Хаджи Усманов. И тут вот он предлагает минус 5 лет возраста, улучшение всех функций, как выглядеть моложе и энергичнее. Программа не только для женщин, но и для мужчин. Стоимость программы в Херсоне, она будет проходить со 2 по 6 число, 5 дней. Тут есть его сайт, и сходил я в первый день на начало программы, для видеоблога снял. Интересно, восточная мудрость. Вот его сайт, тут вот есть рубрики, материалы, видеозаписи, интерактив, книги, какие выпущены, изданы. Что много все-таки было раньше всего. Вот пишет, в древности секретами омолаживания на протяжении многих веков владели лишь правители, ханы, эмиры, цари. Их специально обучали этому искусству, которое хранилось как святыня. Из поколения в поколение передавались эти знания исключительно будущим властелинам. Так что ходите на семинары, тут можно пройти иглоукалывание и суфийский массаж. Ролик будет разбит на две части, потому что там около 20 минут. Если улитка, да, если вдруг у вас очень хорошо развитие телепатия, тогда не надо даже мне слушать, вы уже понимаете взгляды. Всегда перед курсом, чтобы для привыкания, общаемся со мной. Это общение не касается нас. Это не по программе. Наша работа, это не, можно сказать, не только оздоровление. Как я врач, постоянно о здоровье говорю. Будьте здоровы. Знайте о питании, знайте о движении, какие пользы принесет организму, что такое сознание, что такое духовный рост, что такое жизненная энергия, откуда берем, как их потеряем. Надо немножко открыть, чтобы будут стоять и будут слушать. Или наоборот, перед окном будут стоять и слушать. Разница бывает. Разница бывает в восприятиях. И кто-то в угол сидит, кто-то в середине сидит. Разница бывает. Разница, где он стоял, в каком уклоне он слышал мой голос. Даже это имеет значение, кажется. Кто мне ближе, кто там комфортнее, удобнее. Окажется, мы себя управляем или нас управляет наша позиция. Или мы управляем жизненной позицией. Или мы руководим правильно, если сказать. Да. Или над нами руководим. Получается, после курса обсуждает слушатели, говорит, ну, Зафар Хаджи о чем-то говорил, что-то показывал. И 9-10 человек, 9-10 мнениях. Они не совпадают, друг друга не совпадают, даже у них мысль не совпадает. Потому что они восприняли смысл по-разному. Потому что у них настроение может быть соответствующее или несоответствующее, или мышление, которое гуляет над облаками или где-то в другое место, находясь, тело здесь, а голова где-то, мысль где-то. Все имеет значение. Поэтому передать знания – это очень просто. Читаешь и можешь передать.
Но воспринимать и слушать – это искусство. Вот это мастерство – правильно воспринимать. Правильно понять – это не каждому дано, получается. Поэтому мы в каждом курсе иногда обращаем внимание на натуру человека. В нашем натуре что находится? В нашем натуре неверность находится, которой мы говорим, инородные качества. У человека очень много инородных качеств есть. Это неуверенность. Инородное тело тоже существует в нашем организме. Допустим, кристаллы образуются, мы как называем камень или там соль. Да, где-то находится. Это тоже инородный, хотя ничего такого подобного мы не глотнули, мы не приняли. А вдруг все равно образовалось, поняли, о чем я говорю? Появляется в нашем подсознании тоже очень много инородные есть в нашем качестве, которые дополнительные инородные чувства есть. Неверность, страх тоже, конечно, у человека. Страх больше служит как инородный. Если это был бы народный, он бы, был бы использован свой страх на предупреждение от угрозы. Он мог бы использовать свой страх. Это интуиция, которая подсказывающая страхи есть. Это, конечно, тоже для нас инородный читается. Злость. Мы говорили это уже давным-давно. Злость. Тоже это нечеловеческие качества, потому что все злости ведет к разрушению тела и к разрушению восприятия и все остальное. Значит, когда в нашем курсе речь будет идти о нас разговор все, о человека разговор будет идти, значит, человека полноценно понять, сначала человек должен себе очистить. От всякие, которые сейчас мы говорили. Разобраться с собой. Правильно сказал? С собой разобраться надо. А поставленные задачи есть перед собой или нет? А что хочет в жизни? Зачем ему здоровье? Зачем ему долголетие? А если там страх, что там неуверенность, что а зачем эта тяжесть долго и лет, 100 лет тоска? А может быть, не стоит долго жить? Понимаете, вот это наше восприятие, все разбираться надо. О чем-то человек разбираться, в чем-то в своей жизни. А какие пользы от нас? Ну, хотя бы себе не можем, допустим, очистить от негатива. Как можем сказать, допустим, почему ты так злишься, почему ты не уверен, почему ты боишься? А хотя человек, который спрашивает, полно-полно, он владеет таким качеством. И владея этим качеством, кому-то что-то учить очень сложно. Поэтому наши слова остаются на невысокости, не доходят до глубины души. Потому что, я еще говорю, что сначала каждый человек надо начать с собой. Это жизнь что? Жизнь это вы. Не я, не он, не она. Жизнь это вы. Потому что сердце бьется, кровь течется. Вы дышите, вы открываете глаза и смотрите. Значит, это вот это и жизнь. А как принимать эту жизнь? Чем обогащать этот жизнь? С самого начала, что надо для этого? Вот наши древние восточные психологи говорит об этом. Если вы говорите о себе, значит, вы говорите обо мне. Если у вас хорошие качества много, значит, у меня тоже так и может быть. Если кого-нибудь ругаете, это ругательство, все качество может быть у вас, только вы производите. Поэтому очень аккуратно, осторожно быть в жизни, жить в жизни, это тоже касса искусства. Не общаемся, больше обращаем внимание, чтобы волна не было души.
Мы о чем-то говорим, что-то аккуратно кого-то что-то хотим сказать. Надо придумать, прежде чем сказать, подходит, если сейчас я скажу. Потому что наша точка зрения от человека через себя. Вот я смотрю человека через свое эго. Я этого хочу. Я этого хочу, чтобы он слушал внимательно. Я этого хочу, чтобы был он здоров. И этого хочу я, понимаете? Вот эго целителя или эго врача, вот он хочет, понимаете, тоже. От вас что-то хочет. Значит, мое требование тоже эго. Эго служит и на созидательных силах, и разрушательных силах. Да, что мне кушать, что есть, куда мне пойти гулять, это же я сам должен решать. Не кто-то должен решать, где я нахожусь. А вот. В этом плане наш курс, новой программы, начинается наш курс под названием «Лунное сияние». Это «Лунное сияние» так назвали